Алла Пугачева, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведете себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведете себя разнузданно. Мой вопрос, это что, часть имиджа, разрешенного вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведет, это пробелы в воспитании вашем? Или не дай бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы когда, если бы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это все-таки на весь мир. Все? Все. Отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, да, никто не давал создавать партию. Я ее сам создал. Я сам первый пошел кандидатом в президенты еще с Советской России. Все разбежались. Значит, это природно, да? Молчите! Я с партии! Не хамите мне, не хамите! Я знаю, что мне не делать! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Все! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, не хотел нравится, это услышать. Убирайтесь вон отсюда. Не уберусь. Убирайтесь. Выглядит охрана сейчас. Да, я веду себя как певица, молчать, а не как певичка. Охрана никого не... Не ори на меня, будущий президент. Я говорю не вам, Алла Борисовна. Время. Я вам вы не Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... говорить, я думала, что вы... Я пять раз не женился. Я думаю, что вы... Я думала, что вы кружевник, да, политик, да, хитрый человек. Я отвечаю, Соломин. А вы просто клоун. Значит, и псих. Я отвечаю. Время, да, время Жириновского. Я должен дать время. Такой, какой я есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоне и потом страну залил кровью, если Хрущев прикинулся тихоне и мы сели везде кукурузу, если Брежнев был великий, вся страна пьяная и коррупция. Горбачев за демократию, Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. Чего вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Чего вы тогда за него агитировали все? Чего вы сейчас? Вы позор нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева. Под Горбачева, под Ельцина, под Путина. Завтра еду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать ноги. Позор вам! Позор, позор!